Друзья, всем привет! Сегодня я хочу сделать видео о распаковочке и доставочке из розетка. Значит, первое, что вы можете удивиться, что посылочка пришла не по новой почте, как обычно, даже не через Justin и не через Укрпочту, а посылочка пришла в магазин «Розетка». У нас в городе открылся магазин, в городе Николаев, «Розетка», куда можно доставку оформить бесплатно. То есть я только заплатил за маршрутку 10 гривен. Вот, значит, что у нас тут есть? Вот такой вот пакетик. Довольно-таки симпатичный. Так, и смотрим, что у нас внутри. Моя посылочка — это витамины для глаз американской фирмы. Вот, Doctor's Best. Это такие витамины, которые без цинка. Вот, что у нас тут? Самое интересное, меня интересует срок годности. Сентябрь 2022 года. Ну, все отлично. Есть перевод на украинский язык. Так, что у нас еще тут есть? Смотрим герметичность упаковки. Какой-то штрих-код приклеили, номерочек. Герметичность. Так, просто так не откроешь. Наверное, упс. Наверное, придется спаривать ножичком. Так, ну давайте сейчас попробуем. Опа, а не, вот я так его, хоп. Давайте я сейчас открою и покажу, что там внутри. Так, вот я ее открыл. А теперь нужно посмотреть, что же там внутри. Ага, опять еще одна запакованная штуковина. Пробуем ее снять. Ага, тут у нас что-то было задрото. Это такая, как пломбочка. Так. Пломбочка, которую просто так не снимешь. Ну, давайте одной рукой получится. Опа, получилось. Значит, чего я выбрал эти витамины? То, что здесь нет цинка. Ну, мне надоело цинк. Добавка для зрения. Если была черника чисто, то тоже было бы хорошо. Но тут какие-то специальные еще добавки для зрения хочу протестить. Так, что значит внутри? Внутри они должны быть желатиновые. Опа. Ну, давайте я вот так чуть-чуть сброшу. Так, ну, на вид, да, такие. Это не советский желатин. Еще как в детстве помню. А такие, как семечки, ягодки, очень даже приятные на ощупь. Вот, на вкус. Ну, давайте попробуем на вкус. Ну, на вкус как желатин. Без вкуса. Еле-еле чем-то сладеньким таким отдает. Ну, в общем, вот такие вот они. Эти витаминчики для глаз. Значит, здесь их 60 штук. По 2 нужно принимать в сутки. Вот. Вот они пишут. 2 soft gels, 2 желатинки, 30. То есть мне на месяц должно их хватить для зрения. Взял их себе, потому что я много работаю за компьютером. Чувствую большую нагрузку. И обычные добавки с черникой и цинком справляется, но хотелось бы лучше. Хочу потестить что-то другое, как раз вот американский возьму, и с другим составляющим. Если у вас будут вопросы, купил за 465 гривен. Если будут вопросы по качеству, ну, можете написать мне в комментариях. Спасибо, Розетка, за хорошую цену, бесплатную доставку. Очень доволен. Все, пока-пока. Хочу еще отдельно рассказать про сервис доставки розетки. Значит, в этом магазине мне понравилось, ну, понятно, он новенький, все красивенько, по-современному. Понравилось то, что он такой просторный, приятная атмосфера, быстро обслужили, быстро мне уделили внимание, сказали, как там, что оформить. Заходишь вначале по терминалу, становишься в очередь, быстренько прошел по очереди, потом оплатил и сразу отдали товар. Еще очень понравилась такая фишечка есть в розетке магазинах, что
Даже пока ты едешь к ним туда, ты уже можешь через приложение стать в очередь. Тебе присвоят электронные квитанции очереди. Это очень удобно и довольно молодцы. Розетка, так держать. Развитие и успехов вам.